Всем доброе утро, ребят. Ну что, у нас сегодня есть куча инфы по поводу замка владельца, уже стопроцентной. Будет Бигфут или скин, сейчас мы посмотрим. Поехали, посмотрим, что у нас есть интересное сегодня по акциям. Начнем с английского сервера. Так, коллекционер. Коллекционер такой себе. Свален дают Мишаню. Седна дают Прею. Тут мешки уже Зефира дают. Правда, два штучки. Ну, такое 500 за ангела. Карточка. Вот самая интересная, такая ли же она? Да, такая же. То есть четвертые сундуки. Ну, в принципе, относительно неплохо. То есть нету какой-то там обычной срани. Ну, конечно, как всегда, можно было бы и получше сделать награды все-таки раз в месяц. Но и так довольно-таки неплохо то, что дают камешки. Вот эти вот. Их получается дают нам по 2, то есть удвоенные награды идут. Так, что еще? Смотрим, что у нас по входам. А по входам то же самое. 7, 8, 9 и 10. Ну, честно скажу, Блэстон 3.50, Дроппер Бэт и 50 мышки дают. Ну, честно, такое себе. Получается так. Мы глянем, сейчас не падает полностью всех. Сливаем. Ну, больше ничего такого интересного на английском нету. Глянем паки. Короче, все дешевеет. Причем очень быстро. Быстро. Да, по мешкам идем, пройдемся, посмотрим. Семерка. Ну, в принципе, возможность собрать скины на здание, у кого кто еще не собрал. Свали на голь, ну такое себе. Девятка, я уже не помню, что там дают. Ну, здесь суперсилу получить как вариант. Ну, десятки и так мы получали с острова. Поэтому сказать, что прям мега-мега круто, не знаю. Ну и шанс собрать вот этих вот героев за осколки. Надо собирать, кто не собрал. В общем, вот так вот. Ничего, скажем так, веселого нет. Так, хорошо. Так. Поехали на русский сервер. Посмотрим, что у нас на русском сервере интересного. Может, там что-то поинтереснее есть. Так, карта богатства, то же самое. Подарочки Авиара. Вообще никакие. Ну хотя, что никакие, дают нормально этих. Слизни, вот, в принципе, 600. На 20 героев с хреном хватит, 24 там или 25. Так, войди в игру, получи приз. Все то же самое, один в один. Так, сфера дракона, рулетка, удача, открыть сундук, карта богатства, авиар, фонтан ни о чем, овечница, что рынок говорит, рынок печальный, бард, такой себе. Ничего интересного тоже нет. Идем на Тайвань.
Так, что у нас на Тайване? Барда начали продавать. Ну, это все стандартные акции, которые есть всегда. Ну, все то же самое, в принципе. Со скинами. Ну, хотя вот возможность собрать скины тоже неплохая тема. Но ну, если, конечно, повезет. В принципе, 12 дней, 13 дней акция идет, то есть вы нормально получите в любом случае плюх. 2. Ну, это нормально, без доната хоть смогут некоторые подокачивать себе скиллы до 13 левела. В этом хоть какой-то плюс. Я заберу. Посмотрим, что нам упадет интересного. Вот так вот на этого на хрона. В принципе, вроде все, больше ничего такого нового здесь не добавили. Побежали на немочку чекнем и забежим с вами на АЭС. В принципе, завтра все акции будут нормальные. Ну, вот здесь на немке, как видите, награды за вход. Блин, я вчера пропустил. Посмотрим, что мы там получили. Ну, немка, как обычно, выделяется среди всех серваков. Посмотрим, здесь в 10 часов обновится вот 8К кулаков. Можешь дальше себе кулаки набирать. Вот посмотрите. Просто кайф. 6К кулаков. За монетки я могу себе, которые накопил, плюс 2. Ну, видите, два раза не повезло нам, но в любом случае 12К кулаков я получил. Это просто пипец. Да, после 10 здесь обновят. Очень интересно будет посмотреть, что же все-таки будет на немке, потому что здесь именно у нас совсем другие люки бывают, раздают. Так, окей, с немкой мы разобрались. Поехали еще с вами глянем АЭС сервер. Тут вот больше инфы, где взялка владельца. Так, празднуйте каждый месяц, в месяце 11 декабря. Героем этого месяца станет Бигфут. То есть нам 100% дадут Бигфута. Ну, скорее всего, если героем станет Бигфут. Невероятные награды. С 11 по 13 мы раздаем героя Бигфут и его облик Оптимус Праймал. Совершенно бесплатно. В общем, будет, ребятушки, скин и будет сам герой. Вот так вот. Ну, Бигфут, честно скажу, такое себе. Акции. Совершите самоцветы, получите ежедневный бонус. Лимит один набор. Набор сбережения. Определенное количество самоцветов. Понятно. 10 героев. X10 будет. Самоцветные бонусы. Подарки. Войди в игру и получи приз. Эксклюзивные события. Ну, понятно. В общем, ребятушки,
Bigfoot, и скин на него будет. Ну, в принципе, халява-халява. Войди в игру, получи приз. Он такой же везде, походу. Это AS-сервер. Так, сокровищница здесь есть, сундук, сферы, магазин скидок. Девятый бог войны в магазине, это интересно. Так, войти на арену. Что у них по рынку? Вот, смотрите, наборы снабжения. Вот, пожалуйста, посмотрите, какие здесь наборы снабжения. За 11к шестые, ребят, шестые топовые сундуки. Вот девятки, кстати, Prime Фобушка. Ну, вот так вот. Вот вам AS-сервер. Вот такие вот дела. Пишите комменты. Будем ждать, какие там еще плюхи будут. Всем удачи. Всем пока.